чтобы дети не скучали. С 27 октября у школьников стартовали осенние каникулы, и родители столкнулись с проблемой, как оставить ребенка на весь день одного дома. Решением стал школьный лагерь для детей младших классов. В этом году таких в Копейске открылось всего два. Один из них начал свою работу в школе номер 21. Он называется «Осенние забавы». Вообще лагерь, конечно, это душина для родителей. У нас родители сейчас молодые, они очень заняты, а в лагере детки находятся буквально с 8:30 до 3:00. В лагере ребенок присмотрен, как я говорю, накормлен, культурно выращен, постоянно заняты, некогда сидеть в гаджеты. Они занимаются, очень интересный распорядок дня мы предлагаем для лагеря. Поэтому для родителей, которые заняты, лагерь, это же, конечно, хорошо. За время, пока дети в школе, они не успевают заскучать. Программа лагеря насыщена различными мероприятиями, как творческими, так и интеллектуальными. Но на первый план выдвинуты спортивные игры и соревнования между отрядами. Так как у нас дети на данный момент очень пассивные, любят в гаджетах играть, более выбирают такой образ жизни пассивный. Поэтому мы решили чередовать спортивные игры с творческими. Также включили познавательные мероприятия. Всего в осенний лагерь ходит 50 учеников начальной школы. Они разделены на два отряда по возрасту. Ребята с удовольствием веселятся и играют друг с другом. Что больше всего в лагере нравится? Играть и бегать. А почему? Потому что весело. Мне все нравится. Игры крутые. Ну и в кинотеатр сегодня ходили. Это игры в спортзале. Там мы играли в игру в кальмар и день-ночь, и в лягушку. И еще там много было игр. Через игру, через какие-то конкурсы дети более открыты для общения не только между собой, но и между педагогами. Они больше знакомятся друг с другом и с педагогом. Такое получается более свободное общение. Вожатыми в осеннем лагере выступают ученики старших классов. Они не дают скучать малышам. На самом деле работа с детьми – это всегда очень интересно. И иногда даже что-то для себя узнаешь. Вот. Особенно, когда дети очень любопытные, ты идешь на какое-то мероприятие, и миллион вопросов в секунду, и ты такой, а что ответить? Дальше у детей в программе обучающие занятия, квесты и игры. Детский лагерь «Осенние забавы» будет работать до конца каникул.